Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня у нас воскресенье, посмотрел-ка игрушки на PlayStation 1 под названием Air Hockey. Чего? А чё она тут? Ну ладно, 2002 год, вроде как, не знаю, может 2003, хрен его знает, как-то где-то куда-то там. От разработчика Success, издателя Mad Duck Productions, короче, дикая утка, в жанре спорт. Мы, наверное, сразу нажмем старт. Короче, я пишу, блин, прям в воскресенье записываю, потому что в субботу не было времени записать, так что игрушка прям в воскресенье, прям сейчас вот записываю, прям сейчас надо будет рендерить быстренько и прям сейчас надо будет выкладывать, потому что немножко за, короче, Thunder Boy, Space Queen, Little Money, Dieselman, давай, ладно, вот это возьмем, как его взять-то? А, на болик, нифига себе, короче... Так что вот так, видео немножко задержится. Дерись меня, иди, Thunder Boy. Иди, молниеносный мальчик. И Дизельмен. Ты на дизеле херачишь, чувак, да? Хе, молодец. Заливай. Геймстарт. Блять, ты чё? Так быстро нельзя, стой. Ты падла. Так. Хоть. А можно как-то быстрее двигаться, нет? Тихо, что ты? Вот та! Я даже не успел увидеть, что там случилось. Будила. Так, надо как-то за него закинуть. А чё, как делать-то? Как делать суперудар? Я хочу супер... Что это за ца? Ах ты, ублюдок. На. Спидап. Да не тесно так. А чё у него все где? Ты, трактор. Трипл фэк. Что за хернеж? Чё происходит, пацаны? Дайте я что-нибудь сделаю. Как сделать-то? Что-нибудь сделать? Во, я что-то сделал. Как это сделать? А чё за лайн? Чё за линия? Она ничего не работает. Тудуш. А, она, короче, телепортит. Ты падла! Сколько я проигрываю? Туш. Да блин, так медленно бьет. А! Да как так-то? Нечестно. Хе-хе. Так, а сколько? 3-5. Я проигрываю, да? Пошел нахрен быстрее, что вы Нет! Да блин, куда ты? Да, бей вперед! Сука, он что-то делает. Как мне что-то сделать? Тоже хочу что-то сделать. Ебать! Да это вообще, чё вы? Вы издеваетесь? Да уйди, торнадо! Уйди, торнадо, сука, ты мне мешаешь! Почему в мою сторону все летит? Конечно же, блядь, я проиграю, потому что все в мою сторону летит. Капец какой-то. Не, ну ты посмотри. Ком, что такое ком? Он что-то сейчас будет делать. Тихо. Да, я даже не успел ничего сделать. Я хорошо, ладно, это уже сложно. Да, очень медленно эта херня ездит. Да, тут нереально среагировать, потому что она очень медленно ездит. Тут... Что? И где она, блядь? Да блин, как понять-то? И что это? Да не торнадо! Оно мне мешает! И оно ж, сука, все в мою сторону будет лететь, смотри. Вот, сука, спасибо. Хоть раз ты мне сделала доброе дело. Так, ты... Бульбулятор. То есть, экскаватор. Ёбаный. Опа, хорош, так, сравнял. Ах ты падла! Ну я не успеваю, он очень медленно эта хернюшка ездит. Да ты смотри, а, все в мою сторону, блядь. Клерпак, Волкипер, что? О, все, отлично, я ничего не вижу. Вот где оно? Как тут, блин, ебануть? А, вот! На нолик!
Да блин, я проиграл опять 3-5. Сука, ладно. Я понял. Давай. Тут вот есть какая-то хуйнюшенька. Только она... Опа! Ага! Так, тихо-тихо. Блин! Вот это сейчас все пиз... Да, это стопроцентный гол у него получается. Как? Как я ударил в ту сторону по диагонали, оно полетело в мою сторону? Это как вообще, ты понимаешь, нет? Это вообще как, блин? Да... Ой, пиздец. Да. Это пиздец. Это кошмар. Ну хотя бы волкипер, хорошо, немножко почти сравнял. Хи-хи-хи-хи! Тихо. Ах ты, блин, разбил мой колепик. А где, не вижу. Да конечно же гол, его же не видно, блядь. Это все в мою сторону летит. Да почему гол-то? Ладно, на тебе. Что-нибудь. Ха-ха. Хорош. Тихо. Special power, да? Веди в свои ворота. На. Да блин. О, как это сложно. Да блин. Ого, вот это была скорость. Нет, не Торнадо. Торнадо, иди нахуй. Да, блять. Так, тихо, сравняли. Кто гол забил? Я забил? Нет, не я. Ну блин, ну ты представляешь, ну это вообще нереально. Это вообще нереальная штука. Это абсолютно нереальная штука. А, туда нельзя. Да! Сука. Ну ты пидор, сука. Давай, давай. Как менять-то? Спешлы менять как? Чара. Неактивный. Хорош, это стопроцентный гол. Хорошо, отлично. Нашел такую штуку. Штука. Блять, не торнадо только. Да не торнадо сказал. Ну вот как это? Короче, если зеленый, то. Блять! Иди нахуй, торнадо, блять! Да смотри, я ничего даже не могу сделать. Пускай, ладно, пройдет. Я подожду. Я подожду, блять. О, молодец. Видишь, сам умеешь делать, блядь. Я заморозил его. Хорош. Можно еще? Ага, можно, конечно. Да куда, ну блин, взя. Сука. Ладно, если надо, если можно использовать спешл, и будем спешивать спаляшляшбаляшли. Так, сравнял, давай еще один. Похер. Похер найти спешл. Нет! Ну почему торнадо только в мою сторону работает? Ну почему? Оно реально только в мою сторону работает. Смотри, у него оно не залетает. Не вылетает, во-первых. О, спасибо, хоть раз. Да это же жесть какая-то. Это нереально вообще играть. С компом нереально играть. Вот с каким-то, ну... Ты издеваешься сейчас? С человеком реальнее, потому что комп-то знает, куда, короче, это. Что у него там он загорелось? Блять, комп-то знает, куда мяч будет, то есть вот эта херня будет долететь, он знает. Ну все, до свидания. Опять на один гол, и я выигрывал в два мяча вот этого. Я не могу с компом играть, потому что он знает, куда эта херня будет лететь. Он же с аимботом. Он за ним, смотри, как бегает. Я-то не могу так успевать, как он. Потому что он-то знает, куда оно будет лететь. Да ёб твою, вот как эту штуку, ага. Хач! Хач, бля! Чеба! Да батя, тя-батя-ка-ка-ка! Сука! Да пошел ты нахуй! Ты можешь попасть в эту херню, нет? Да иди ты. Да нет, не торнадо. Спасибо, хоть так. Торнадо это самое худшее, что... Только может быть, потому что оно летит все в мою сторону. Гол.
Быстрее, быстрее, у меня волкипер. А он долго, интересно, или пока он не пробьет? Блять, пока не пробьет. Трипл пак! Да я, блядь! Вот сейчас повезло. Так, мне спешл. Да ты издеваешься, сучара! Худя! Тихо. Как тут выиграть-то? Есть варианты. Да бей же ты туда, дурак, я тебе нажимаю, блядь. Да все мне влетели, все мне влетели, сука. Фуф, это пиздец какой-то. О, я себе забил? Вы сейчас прикалываетесь? Я себе забил. Если что, так-то. Я сейчас себе забил. Я своим спешалом себе забил. Спешалом, сука, себе забил. Чё там, 1-0-0? Короче, один мяч остался. Давай! Да ну, бля! Да это нереально. Спасибо. Просто... Это вообще нереальная игрушка. Просто вообще нереально. Ты первый уровень даже не можешь пройти. Это пиздец. Тут не пройдешь даже первый уровень. Потому что комп-то лучше видит вот эту херню. Ладно, давай как-то аккуратно. Вот он будет бить. Я буду просто ничего не делать. Пускай бьет. Сука. Чё техник? Да! Вот почему оно полетело сейчас мне в ворота? Гол-гол! Наебал. Чё, Giant? Вау. Да, конечно же, все же летит в мою сторону. И похер какой я здоровый, маленький, все будет лететь в мою сторону. Ха-ха! Бля, это так тупо вообще. Это реально тупо. Это реально тупо. Это очень тупо. Мне что-то прям вообще пиздец как тупо. Да ладно, я выиграл, но это очень тупо, реально тупо. Прям тупее некуда, ты просто не успеваешь за этой херню. Ты играешь без сердца и души, я не могу что-то там, не успел прочитать, долбоебы быстро скрутили. Кто ты такой? Ты не выиграешь. Да я так и понял, что я уже не выиграю, я уже понял по игре, что я уже не выиграю. Комп-то видишь, как он стоит на воротах, и он четко в эту шайбочку попадает, потому что он-то на нее наводится все время, то есть у него что-то наводка стоит, а я-то не могу так быстро. Вот смотри, сука, как... Да, о! Ну, капец. Смотри. Ты просто смотри внимательно на компуктера. Ага. Два раза забила. Три. Сразу, блядь. Да, я так и понял, что я тут нихуя не выиграю, блядь. Спасибо. Да ты, а как она так быстро бьет? Она еще даже его не торкнула, а он уже у меня в воротах. Я даже его не успеваю увидеть. Чё за херня, блядь? Чё за прикол? Она еще его не торкнула, но он улетит с такой скоростью. А, она его бьет, пидорша. Она теперь его долбит, смотри. Как я.
Блять, она постоянно, сука, спешл использует. Я реверс. Как ты, блядь, спешл это работает? Почему они такие кривые? Да, блядь. Это, сука, нереально. Это нереально, отвечаю. Так а толку компу реверс, если, блядь, он все равно знает, куда ему, блядь, это же автонаводка. Минус 3. Не, вот это уже нереально будет. Это уже нереально будет. У него, во-первых, спецприем, короче. А что это за полоска, как ее используют? У нее, короче, спецприем еще это. Когда использует, у нее 3 сразу шайбы залетает мне. У нее сразу 3 шайбы залетает. Все, сразу 3. Нет. Бля, у нее еще и волкипер. Я не вижу. Чё это? 3 штуки, блядь. Чё это, чё это? Не меняй, не меняй, не меняй. Не вижу нихера. Нет! Так, нужно время максимально тянуть. Блин, это так тупо. Это я? Я. Нет, не торнадо. Ну не торнадо. Почему торнадо всегда в мою сторону, блядь, летит? Спасибо, блядь. Справедливость восторжествовала. Спасибо, блядь. Блин, там какой-то спешл еще набирается полоска, но я не пойму, как, короче, его использовать пока что. Ты, да, что-то... Ты защищаешь чего? Землю, но ты играешь только в хоккей? Ой, какая дерьмовая эта платформа. Я большой, я выиграю. То есть я великий, да. Да я знаю, чувак, мне вообще сейчас повезло с вот этой чувихой, потому что, блин, у нее спешл вообще. Еще и, блин, она долбит постоянно вот эту херню. Это первый не долбил, а этот будет долбить опять тоже, да? Хорош. Нихера себе, а так-то скорость, не? Вау, чувак, вот это ты мощный. Да ты смотри, я не успеваю даже и посмотреть, где эта херня. Че за фигня? Как тут попасть-то, блядь? Да! Окей. А че за прикол, блин? Смотри, как он долбит-то, с какой силой. Да, да, еще и клир. Кто забил? Я забил. Я забил. Быстрее, блять. Спасибо. Плюсе чуть-чуть. Да я и с Джайантом, блять, проиграю. Вот это был сейчас пиздеж, окей. О, вот это было быстро. Это было... А что за вот это вот это? И 2 штуки въебал ему. Тихо-тихо. Че, успел? Торнадо? Да почему в мою сторону-то? Заеб. Вот это сейчас пиздеж был. Дерь.
Тихо, надо время тянуть. О, блядь, время тянуть, говорю. Клирпак, блядь. Он-то, сука, его видит. Где он? Ага. Нет! Он забил. Хорош, выиграл 14-9, прикинь. Блин, там полоска какая-то, не пойму. Может, это какой-то супер-супер-мега удар. Это было легко. Я чемпион. Космический чемпион. Да космический долбоёб, блядь. А не чемпион. Так, что это? О, я ненавижу молнию и странные прически стили. Ерфолк. Это какой-то супер-мега этот главарь, да? Ну это все, это приехали. Хм. Это хорошо. А стоп. Да ниху, бля. Ты сейчас прикалываешься, да? Во куда? В смысле? А почему он в ту сторону полетел? Чё шайбочка полетела в ту сторону, если она не туда должна была полететь? Он чё, закручивать умеет, что ли? Или чё за прикол? На нахер! Ты, сука... Нет! Блять, это вообще сейчас было читерство. Он реально закрутил просто... Он просто закрутил в другую сторону шайбу. Вообще просто это читер. Это читать-то... Не, против читеров не... Смотри, опять! Опять то же самое. Да! Вот это уже нереально. Это уже реально нереально. Да ты... Спешл, ты ёбнутый или чё, блядь? Ты ебанутый спешл. Короче, надо хуярить все куда-нибудь. Все кнопки. Спешл какой-то у меня ебанутый. Взял, короче, мне забил гол сам. Да я не могу даже его, смотри, пробить. Да не, вот это нереально будет выиграть. А я всего ему один гол забил. Это будет нереально. Да и убери скорость эту ебаную, она не нужна. Она реально не нужна, она только мешает. Смотри, он ничего не делает, он просто стоит, но он мне голы забивает. Он ничего не делает, но он мне голы забивает. Просто ничего не делает. Он просто нихуя не делает. Смотри. Это пиздец. Это пиздец. А как набирается эта полоска, не пойму. Это просто пиздец. Он ничего не... Ну как? Как у него в сторону идет? Он бьет его прямо, но он летит в сторону. Как, блядь? Как? Да ты смотри! Это что за... А что за пиздеж? Блядь, опять скорость. Это хуйня. Скорость это хуйня. Это всегда хуйня. Че? А как он зарабатывает? Да ты смотри! Это же нереальная херня. Но я могу только этим один гол забить и все. Да спасибо, конечно же, сразу. А толку ему с того реверса, если комп-то ему это не на, ничего на него не влияет, это на меня только влияет. Ну охереть. Там такая скорость, что ты... Что увидишь? А, ему еще спешл, конечно же, да, давай. А почему бы нет? А зачем мне спешлы? Только не торнадо, блядь! Сука, торнадо это самое хуевое, что здесь есть. В принципе, потому что оно только против меня работает. Да смотри! Блядь! Оно реально против меня только работает, это торнадо. Я не пойму... Как он бьет в сторону, но при этом оно летит в другую сторону? Смотри, это же нереально. Это как так? Он бьет прямо, но...
Но летит оно в сторону. Оно в сто... Вот как? Как, что вот эта полоска у меня в НП? Вот эта полоска, что? Что внизу за, заполнилась полоска? Что она делает? Я не знаю, вообще не знаю, как здесь, что здесь надо делать. Вообще просто у меня нет, нет даже предположений. Может, ничего не надо делать? Да, у него такая скорость, что даже я даже не успеваю заметить, куда эта шайба летит. Смотри. Ебать! Понятно. Да, ой, нихуя себе! Да, 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 еще и Giant, да, 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 да. Да ёбаный ты пидор! Как это работает, вообще не понимаю. Это просто невозможно. Да, да, он же тычку делает-то в сторону! И все три меня залетели. Спасибо, просто спасибо. Он тычку делает в сторону, но, блядь, оно летит в другую сторону, это как? Да, да, не, это нереально выиграть, нереально выиграть, потому что он бьет не в ту сторону. Просто так нереально выиграть, смотри, просто так ему забить вообще невозможно. Просто так. Ну, блядь, забил. Не, это невозможно. Если бы он просто бил, куда он смотрит, то есть как я, да? Я же не могу бить влево, но при этом ударить вправо. А он так делает. И все, вот тебе и вся разница. Вот и пиздец. Вот и вся разница, потому что я не могу так резко среагировать, как он, блядь, как это должно быть, блядь. Да как ты его поймал-то? Вот смотри, опять он бьет влево, но при этом летит вправо. Это как, блядь? Сука, пиздец. Я так хотел его пройти попробовать. Да, конечно, с торнадо тут еще пройдешь, блядь. Да как? Это кошмар какой-то. Ты издеваешься сейчас с меня, игра, блядь? Она просто с меня издевается, отвечает. Да! Ха-ха! Спешлы охуенные просто. Просто охуенные спешлы здесь. Просто четкие. Это пиздец. Да. Люблю, когда компьютер брещет. Ага. Во, в смысле засейвил? Да.
И что это сейчас было, блядь? Какого хуя оно в мою сторону полетело-то? Вот это сейчас было нормально. Он ударил в свою сторону влево, вот так вот по диагонали. Оно полетело в мою сторону. Пиздец, это прям правдоподобно. Ничего не скажу. Вообще прям правдоподобно. Пошли. Блять, ну и говно, я ебал. Это просто говнище, потому что оно неправильно работает. Игра неправильно работает, как должна работать. Она неправильно работает. Вот почему гол там не залетело, там даже и близко не было. Чё за, блядь, бред-то ёбаный? Вот смотри, он бьет туда, но у него летит в другую сторону. Почему? Да конечно же, а кому же еще должно, блядь, залететь, а? Да, блядь, как так-то? Он бьет-то, блядь! Он бьет в другую сторону, но летит-то в третью. Да пиздец какой-то. Да нет! Ну только не торнадо, оно всегда в мою сторону летит из-за этого ебаного торнадо. Комп, смотри, компьютер из-за торнадо не пропускает. Но я, блядь, пропускаю постоянно, сука. Что за хуйня, торнадо ебаная, блядь. Иди ты в задницу, пиздец. Я не могу ему забить даже гол просто так. Да. Как? Оно даже к нему не полетело, но при этом залетело в мою сторону. Блять, это пиздец. Да, это без... Тут, короче, без вариантов. Тут уже не пройдешь, потому что комп очень сильно врет. Очень сильно. Прям пиздец как врет. Не. Это нереально. Блять, это так весело, когда ты бьешь с такой скоростью, при этом он рандомно, блять, его сейвит, но при этом залетает мне с такой скоростью, что я даже не могу его увидеть. Да ты издеваешься, блять! Иди нахуй, просто иди нахуй. Блять, вот это хуйнярь. Смотри! Прошло сквозь меня! Оно прошло сквозь меня! Оно просто прошло сквозь меня. Вот эта хуйня прошла сквозь меня, блядь. Пиздец, вот это красота. Это просто красота, ничего не скажу больше. Это просто красота. Да мне спидап этот не нужен, потому что он мне только мешает, сука. Нет! Ну, блядь, спасибо. Просто спасибо, блядь. Просто за торнадо спасибо. Оно все в мою сторону летит. Он ударил в сторону торнадо, но при этом оно пролетело мимо торнадо и залетело мне, сука, в ворота. Да как? Я же там стою! Как оно залетает туда? Как, блядь? Пиздец, я стою прям на точке шайбы, и оно, блядь, залетает как-то мне, я хуй его знает. Я пиздец вообще, ну нахуй. Да иди ты, блядь. Смотри, он все на рандоме сейвит, абсолютно все. Он все на рандоме сейвит. А, спасибо, конечно. Он забил. Конечно же, он, а кто же еще? Короче, нахуй, давайте, все. Всем спасибо за просмотр, ссылка в описании под видео, комментируйте. Всем до встречи в следующее воскресенье, в следующей посмотрелке. Может быть, нормальной какой-то, блядь, посмотрелкой, а не такой ебанутой, как, блядь, это, нахуй. Иди, как выйти, блядь? Как выйти-то? Эй, а чё выйти-то нельзя? Алло, игра, всегда была селект, пауза, селект и все.
Парам-парам-парам-парам-парам. Придется минутку еще подождать. Ладно, окей. Да, весело. Сквозь меня пролетело, прикольно. Нет, не континью. Игра. Иди нахуй. Просто иди нахуй. С такой хуйней иди нахуй просто. Никаких континью, все. До свидания, блядь. Ну я бы остановил бы тебя, если бы ты не такой читер был бы. Все, всем пока.